Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Финикию Sigmar Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не подключаться в середине просмотра. Ну и напомню, что, став спонсором канала, вы увидите все серии сразу, а не одну в день. Приятного продолжения просмотра. Поменяем. Селитры уголь нет. Ага, на... Понятно, на алюминий и нефть я не открыл еще. Ладно, тогда поставим скидка на улучшение. Дополнительная культура, ну, наверное, надо... Блин. Ладно, ставлю пока как есть. Только на скидку юнитов. Качнул. Так, атомные. А, у меня урана нету, да? Круто, я разогнался. Ядерки бросать. Отлично. Повезло. Я вообще не вижу, чтобы у кого-то уран был. Так, ну и нужен, конечно, наземный юнит для захвата. Лондона. Какой-то более современный, конечно. Кенджидару, наверное, надо попытаться перекупить. Надо попересаживать. Губернаторов надо, пожалуй, Магнуса в тир, Лян в Лептис Магну, Пингалу в Сидон, а Виктора Вакка наберу ту забить. Да. Давайте прямо сейчас это и делать, пока я не забыл. Так, Магнуса в тир. Лян в Лептис Магну.
Виктор. Ребят, меня опять выкинуло, да? Вакко. Ну, пока нет, не написано. Просто снова загрузка пошла почему-то. Не, так это рассинхрон, наверное, просто. И пингалу в Сидон. Так, значит, здесь пока производство. Производство. Так, забили на плотину, я думаю. Давайте эти логистико-промышленные зоны. Чисто. Вберут, я имею в виду. Так, производство. Здесь тоже исследовательские гранты. Может на нефть перейти, хотя тут... Мне надо пару... Пару броненосцев, мне кажется, уничтожить. Которые не вот этот, например. Ну и почему я не могу его убить? Класс. Прикольно. Не успеваю тут ставить производство. Не, ну в армии плотина строит, хотя опять же не понимаю, где и нафига она строится. Может она где-то вот на этих клетках, типа? Неудачно. Не удалось в Тимбукту спереть. Слушайте, а по какой причине я не могу броненосец удалить? Надо его вылечить, наверное. А раненые они не удаляются, да? Не, иначе было бы вот так вот. Ты, короче, дерешься с кем-то. Сейчас, секунду. Дерешься с кем-то, и перед тем, как он атаковал на следующем, ты такой хоп, и удалил этот отряд, а он, соответственно, опыт не получил. Ну да, так в пятерке это было, я понял. Слушай, ну Курдезас, а чё ты Кардив захватил? Чё началось-то? Он мне энергию давал.
Так, ну и смысл мне в проекте Манхэттен, если у меня нету урана. Идем в синтетическую технократию, по-моему, да? Да. Так, сколько ходов? 5 ходов, блин. Боюсь, не выйду я в золотой век. Так, ну англичане надо захватывать. Так, надо сейчас купить юнит. Наверное, танчик можно купить. Или я вообще могу его... Где у меня тут рыцарь был? Или уже нет у меня рыцаря? Мушкетеры, арбалетчики. Да, нету. Ну, почему нет? Ну, принято. Ой, против... Ха. Канадец прям против. Так, а здесь кто воюет? Дидона и Англия. Понятно. Так, давайте купим танчик. Арбалетик только надо передвинуть. Три хода еще, союз. Вербовка партизан. Беспорядки. Ребзи, меняю нефть на уголь. Кому-нибудь надо? Перехода. Не. Жалко. Ну вот это тоже затык с этими новыми стратегическими ресурсами. Мне кажется. Можно просто не торговать. Не, чё, у меня, например, юниты сейчас на нефти все. Мне как бы уголь нужен для этих, для, ну, станций угольных. Но, с другой стороны, я, наверное, просто угольные станции переведу на нефтяные, а? Смекалочка. Thank you.
стороне стоишь, надо осудить. Вулкан в спящее состояние перешел. Ну, это так. А, у меня опять рассинхрон, ребята. Ну я же тебе говорю, Инк, у тебя опять рассинхрон, походи, пожалуйста, быстрее, у тебя не будет таймера. А я тебя услышал? Ну, видимо, нет. Нет, у меня рассинхрон был, потом, пожалуйста, подождите, ход заканчивается, потом еще раз рассинхрон. Ну, такое бывает, да. То есть за то время, пока у меня, пожалуйста, подождите, я никак не мог походить. Так, давайте в армии купим. А, недоступно больше. Хм. А это в чем проблема, что я не смогу атомные подводные лодки делать? Но с другой стороны, какая же это проблема, если все равно не могу атомки никуда бросать? Так что никаких проблем. Нидерланды, забирай ученого. О, забрал. Хороший ученый мне тут подъехал. Не, ну тут невозможно за 25 ходов победить наукой. Хотя... Может попробовать? Торговый путь. Вот откуда я думал, что у меня будет торговый путь. Так, банки. Нужны ли мне банки? Я думаю, что нет. А вот аквапарк можно построить, кстати. По максимуму все затоплено. Не знаю, зачем тут в армии строится плотина, честно говоря. Да блин. Так где захвачено? Так, надо поторговать. Вот, Алексей, закончил ход раньше всех. Молодец. Горжусь тобой. Персидский линкор был уничтожен прямо в порту. Совместной атакой финикийских подводных лодок. Командам подводных лодок вынесен Адабрямс.
Перс, может, заплатишь все-таки немножечко денег? Чтоб... Во-первых, нету, во-вторых, не хочу. А че, а почему не хочешь? Тебе жалко просто... мне немножко денег? А сколько ты хочешь? Ну ты же говоришь, у тебя нету. Может тогда этим каким-нибудь ресурсом? Вон, джинсами. А? Джинсы. Тебе джинсы нужны? Ну... Ну денег у тебя точно нету, я вижу, да. 200 монет. Давай, джинсы и... 5 угля. Вот так я предлагаю. Вот, приятно иметь дело. Инк, ты не хочешь замириться? Не-не-не, нападай. Да куда мне нападать? У тебя все города с другой стороны теперь. С какой стороны? Ну, с другой от меня стороны, с какой? С другой! С другой, я не знаю, как еще сказать. Ну, тут несколько сторон, как бы непонятно, про какую ты говоришь. Нет, у тебя с все... С восточной стороны? У тебя все города, да, направлены на восток. А моя-то страна на западе. Нету смысла нападать на тебя. Я даже готов тебе союз какой-нибудь предложить, чтобы ты караваны мог отправлять ко мне. Или тебе нравится, как я их там граблю? Так я их перестал отправлять. Ну вот, сможешь ко мне отправить. Опять у тебя рассинхрон, да ё-моё. Так, ученый хороший забираем. Может кого-то еще купить здесь? По причине рассинхрона идут чаще всего. Ну, плохое соединение с другими игроками. Забрать писателя, может. Музыканта. Так, союз когда у меня закончится там? С Великобританией. О, нам технология похищена, здорово. Так. Давайте удалим юнит. Ну ты где мне космические гонки? Так, 115. Ну, а вот еще 115, кстати. В Летис Магни. Вот тут можно и построить космопортик-то. Опа, канадец-то построил уже космопорт и уже спутник запускает даже. Ну, а сейчас будем его восстанавливать. Я думаю, мы эту миссию тебе поручим. Отлично. Ты ж не хотел, чтобы тебя никто там в спину бил, никто не ударит. Инк может. Инк очень вряд ли. Так. Продолжим наши исследовательские гранты тогда. И может с персом-то поторговать. Например. А, у него есть черепахи. Это же, блин. Ладно, надо захватывать. Нет, никаких послов. Открыли ракетостроение.
Тут все эти заняли свои должности. Кстати, вот тут можно обработать клетки, раз у меня лям тут сидит. Ты мне вообще пофигу. Давайте за себя проголосую, но, честно говоря. 20 прироста населения, но минус О. Хотя нафига мне население? 2 очка дипломатической победы. Всемирная выставка. Давайте, я за всемирную выставку. Ну, 2 очка. Тоже за себя можно проголосовать. Кого вообще больше всего? У меня как раз. А нет, у голландца. Ну, тут дипломатии сейчас не победишь вообще. Давайте против голландца. Я не успел подать, блин. Ну, тут не особо важное что-то было, честно говоря. Но надо было быстрее, конечно, соображать. Но так много вопросов. Так мало ответов. Беру-то вообще он затоплено практически. А где мне вот в тире... А, в тире я и не строю, я строю в Лептисмагне. Но мне, собственно, в Лептисмагну надо будет пересадить Пингалу, судя по всему, прокачать на космическую гонку. Так, ну какой результат? Я осуществляю... Не понял, а кто это тут за меня проголосовал, чтобы я осуществлял инк? Нет, подожди. Ну ладно. Чё? Плюс 20% прироста населения, вход нормально. Ну и всемирная выставка началась, окей. Так, ну что, могу я войну объявить? Да. Могу. Захватывается. Отлично. Так, и сразу 6 единиц лояльности. А, в парк. Тут нету гавани. Тут нету гавани. Значит, город отвалится через 2 хода. Вышел в нормальный век. Блин. Убит. Так, этот в космопорт. Хищение технологий, хищение средств. Мгновенно обосновывается во вражеском городе. Территории, вот это можно сделать. Куда-то линкоры поплыли голландские. 1480, 1800.
Боже, ну как тут с управлением через жопу, ё-моё! Очередной раз возмущен я. Так. Опять отправляем. Не, может, кстати, уже в этот раз голландцы... Ребят, я очень хочу доиграть, но эта игра меня выкидывает через каждый ход. Может быть, по техническим причинам в этот раз я не доиграю, а в следующий раз обязательно. Как вы считаете? Ну, в принципе, у тебя шансов нет на победу, так что... Кто, как... Давайте проголосуем, кто за то... Так, сейчас. Кто за то, чтобы отпустить... Инка, ставьте плюсик. Да, минус. Просто я думаю, что вам тоже неинтересно вот так ждать каждый раз, когда у меня прогружается. Ни мне не весело, ни вам как-то не очень. Да, блин. Ну все, спасибо за игру, я так понимаю, большинство. Все, спасибо за игру. Спасибо за игру. Хорошего вам. Давай, пока. Че, у вас ночь, да? Хорошей вам ночи. Пока, спокойной ночи. Пока. Так, себе сажаем. Так, отправляем все теперь в Мали. Уже ход был, правда, к сожалению, я должен. О, блин, у меня дефицит нефти. Блин, достало меня с этой юниты производства. Надо опять вернуть на угольное, наверное. Эти поудалять нафиг. Броненосцы. Пускай уголь все в энергию идет. Хищение средств, хищение технологий. Давайте к голландцу. Канаде коммунизм. Сплошные коммуняки какие-то. Чё-то вся планета коммуняк. Все хотят плюс 10%. Вот, пос...
сажу там, где у меня космопорт строится. Я не думаю, что это возможно вообще победить наукой, но в космопорте некоторые проекты дадут неплохой бонус. То есть, например, второй вот проект... Вот ходов осталось. Культуру нехило дает. Так, тут можно пересадить в другой научный город, а именно в Женеву. Амбар. Ну что, катон построим. Так, здесь рабочего надо купить. Тут все улучшить. Надо опять менять, короче, здесь на энергию угля. Потому что трындец. Так, стоим, ждем. 6 ходов. Опа, у меня восстание. А, лояльность. Это нормально. Так, и вообще с сынком надо мир заключить. Я уже забыл, что он вышел. Опять будут отваливать. Ну, мне Лондон главное взять, и отваливание закончится. Театральную площадь он будет как раз и коммерческий район, и эту контролировать. И космопорт. Проверим города. Здесь производство. Производство. Ну, тут будут проекты в космопорте, так что нету смысла тут добивать. Да, счастье надо. Надо глянуть. Я забыл, этот сейф мы грузили. Может быть, мне надо с персом... Кто там первый по счету? Пока все еще я, но тут с персом ровненько. Т-
Тут смысл искусственный спутник запускать, я уже практически всю карту и так сам открыл. Я вот так удалю. Вообще есть у англичан. Да, ну город опять. Этот опять утрачивает лояльность. Но это не страшно. По идее, должен следующим ходом в Лондон забираться. Что делает довольство и жилье? Давайте. Сидоний и в Тире. Так, почему только один раз сработал? У меня же Галикарнасский мавзолей, не понял. Прикола. Или Галикарнасский мавзолей изменили. Так, во-первых, Галикарнасский мавзолей затопили, может? Подожди, а где его вообще строил? Русский маяк Тадж-Махал. Сидоний Калу. Слушайте, его походу затопило. Вот тут я его строил. Да-да-да, точняк. Ну, не, вообще здесь затопление хорошая штука. Но большая проблема, я не знаю, как можно выйти в него до того. Какой там ГГшку захватили? Иерусалим? Иерусалим нормально. Как можно в эту плотину выйти до того, как начнет вот так вот затапливать? Мне кажется, как-то это быстро очень происходит. Хотя, кто больше всех виноват? Одинаково, примерно. Ну, вообще, больше всех я. На втором месте канадец. Ну и... уголь, на втором месте нефть. Что-то великим людям мне, может, веру потратить. Ну, не знаю, стоит ли этот брать. Я... ну, мы не успеем. Невозможно тут успеть улететь. Не знаю, плюс 100% можно взять, чтобы просто быстрее сделать. Ну, вообще, я взял. А этот 1500. Здесь можно починить. В принципе. Ну и вообще здесь улучшение поделать. Ах ты гад. Кто-то нейтрализовал шпиона. Ливерпуль я вообще смогу обстреливать, интересно. В
все равно отваливается. Ну, поменьше уже, поменьше. Блин, нулян. Жалко, что убрали. Углю. Так, а апать во что их? В эсминцы. Блин, тут 9 и минус 8 на юниты будет. Минус 9. Мне не хватает нефти, не хватает угля. Слегонца. Знаете, чего мне не хватает? Мне еще не хватает, чтобы в городах было написано, какие мы ресурсы тут добываем. Между прочим, канадец уже искусственный спутник запустил. Так все равно, учитывая, что сейчас 50 ходов нужно, чтобы полностью там последнюю стадию, ну либо нужно сделать проект. За 18 ходов это нереально. Победа по очкам. Урана у меня нет. Ну, мне надо тут только стремиться к победе по очкам. То есть надо захватывать, видимо, вот эти еще города Лидс и Шеффилд. И, возможно, имеет смысл. Я думаю, жалко. Так, ну что? Не могу обстреливать, блин. Тут холмы везде. Блин, ну и как мне Ливерпуль брать? Это жопа! Ну хоть Лондон не отваливается, да? По лояльности. Как не обстрелять его? Может купить линкор? Так, а где у нас порт? Ага, вот тут. А, линкоры... Нет, ракетный крейсер есть. За 3600 армаду сразу ракетных крейсеров. Вообще можно. Одна единица вход. Стоит 3 нефти и 1 единица вход. У меня как раз есть такое. И подсветим танчиком Ливерпуль. Нормально. Поплывем Лидс и Шеффилд захватывать тогда. В Канаде нельзя внезапную войну объявлять, поэтому надо заранее осуждать ее.
О, блин, как... Англия, где город поставила, господи. Так, когда там Ляна чухается? Еще один ход. Ну офигеть, агента убили в Роттердаме. Хотя ядерный синтез добыли. И кто-то мне войну еще объявил. Нанмадол? Так, не понял. А, тут из Нанмад... Нет, я не понял, как Нанмадол. Это Виктория убрала оттуда... Ясненько. Убрала оттуда послов. А, этим. Так, ну давайте попробовать подсвечивать. Ну, это будет медленно, скажем прямо. Ну и так мы не можем, наверное, все равно обстрелять, да? Жаль. Уничтожить этот город, он отваливается постоянно. Не думаю, что мне так много очков дает. Только проблемы лишние. О, тут линкор плывет. Паводки, засуха, такой большой театр и Эйфелева башня. Так, Лян можно вернуть в Лептис Магну. Три хода. Ну... 70 очков до перса. Ну и прилично до всех остальных. Я так понимаю, что мы сейчас только на очки с персом. Хотя Курдезасу там захватывает всякие... Ну, перс Махенджи-Дороза решил захватить. Плохо. Это плохо. Наверное, если я захвачу Ливерпуль, то не должен... Ну, посмотрим, в общем. Ладно. Еще 1500 для проекта «Космическая гонка». О! 100%. Так. Проекты. Запуск искусственного спутника. Потом будет... Лунной экспедиции, я так понимаю. Потом надо бы колонию на Марсе открыть. Там ядерный синтез, видимо. Да не должен я по науке победить. Хотя я что-то у меня постоянно сомнения в этом плане. Так, ладно, удаляем эту каравеллу.
вышли в нули, да? Да, плюс 12, минус 12. Здорово. Тут у меня какой-то флот у канадца имеется. Но мне нету смысла на него нападать, пока я не разобрался здесь с англичанином, с англичанкой. В Лондоне. Лаба, зоопарк, мастерскую. Не, все-таки отваливается Лондон. Да что ж такое? Вот Лондон, блин, мне надо Ливерпуль быстрее брать. Потому что если Ньюкасл я быстро захватываю, то с Лондоном у меня будут проблемы постоянно. Промелькнуло, что Нидерланды торгуют с Мали. Так, опять. Он все-таки отваливается. Да, ну тут близко с персом. Прям ты хоть иди, я не знаю. Вильнюс здесь... Не, Мехико надо захватить, кстати. Мехико захватим, он не отвалится точно. Так, здесь что? Три хода. Вообще Ливерпуль, наверное, следующим ходом возьму, так что можно выдвигаться в сторону канадцев. Это весь у него флот? Нет, вот еще. Ага, накапливается еще нефть. Слушайте, ну давайте, может, в эсминце тогда апнем вот эту армаду. Кабул захватывают. Но мне главное Ливерпуль взять. Дальше Лидс и Шеффилд должны как по маслу пойти. И в принципе должны успеть и с Мехико еще разобраться. Мехико такой типичный город ацтеков, знаете. На озерах, по-моему, вообще типа на море находится. Но приличный, огромный город. Что по армии его? 1200 1200 1600. Ну, у перса армия чисто наземная, я думаю. Прекращать отваливаться. О, и Ньюкасл тоже. Отлично. Так, поплыли воевать с Канадой. Следующим ходом будем войну объявлять.
Так, искусственный спутник запущен. Давайте, наверное, собственно, и лунную экспедицию, потому что мы получим 10-кратную культуру, равную размеру вашей науки в ход. Давайте это сделаем. Вот прям сейчас. Успею, интересно, эту синтетическую технократию открыть. Дополнительная наука. Скидка. Вот добыча алюминия и нефти. Может эту поставить? Карточку. Хотя у меня нефть вроде и так капает. Давайте апнем. Почему уголь не, это, не уменьшается все равно? Я ради апаю юниты, которые уголь требуют. Это подстава. Так, монумент чиним. Так, проверю на всякий случай, что я уже могу. Не, еще один ход. Постоянно недовольство у меня в городах. Хотя у меня города большие. 21, 21. Я не знаю, есть ли больше. У Мали вообще только максимум 14. У Перса 18, 15. Наверное, вот у... Да и у голландца меньше. Не, вон 22 есть. Ну, тут с голландцем. Если бы голландец чуть получше в науку пошел, я думаю, он мог бы улететь. Эти 600 науки. Но он даже не пытался. Я не знаю, что он будет делать, честно говоря, какие у него планы. Но ему надо кого-то захватывать, скорее всего, Канаду. На этом пока все. Продолжение партии за Финикию спонсоры могут уже сейчас посмотреть, а все остальные увидят завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!